Максим, ты забил во второй игре кряду. Какие эмоции испытываешь? Эмоции испытываю самые положительные, потому что давно уже хотел отличиться. Вот. Как и голевой передачей, либо голом, мне было без разницы. Главное, чтобы было какое-то результативное действие. Получилось забить в двух играх кряду, но это не очень, так сказать, потому что мы не выиграли. Если мы выигрывали, то было бы намного лучше все. Гол получился таким чертановским. Антон Зиньковский сделал голевую передачу. Есть ли между вами какая-то, может быть, взаимосвязь особенная? Ну, наверное, есть, потому что мы в Чертаново, точнее, мы играем с ним не первый год вместе, поэтому, наверное, взаимопонимание есть какое-то уже. Показалось, что в сравнении с предыдущим матчем с Ахматом Крылья сыграли с Зенитом вообще совершенно по-другому, как будто на поле была другая команда. С чем вот это связано? Был какой-то заряд или как-то встряхнуло поражение домашнее? Конечно, в первую очередь нас встряхнуло домашнее поражение. Во вторую очередь, наверное, это был заряд, потому что мы играли с, можно уже, наверное, так назвать, с чемпионом страны, поэтому других слов, я думаю, не надо. А какие эмоции были по ходу встречи? Было ощущение, что все-таки эта игра будет за Крыльями, и мы свои очки возьмем? Или все-таки «Зенит» во втором тайме поднажал, и было понятно, что будет довольно-таки сложно сохранить положительный результат? Ну, да, еще раз повторюсь, что эта команда идет на первом месте, поэтому никогда нельзя с ней расслабляться, всегда надо быть начеку и бороться в каждом эпизоде до конца. Вот. А получилось так, как получилось, наверное. Мы бились, боролись в каждом моменте. Ты чувствуешь, как сам прибавляешь от игры к игре, и прибавляет ли команда тоже? Можно сказать, что к матчу с «Локомотивом» Крылья уже будут немного другими? Да, конечно, все мы прибавляем и индивидуально, и командно. Я надеюсь, что к «Локомотиву» мы подойдем еще лучше, в более физической и тактической форме. Но сейчас такая ситуация, то, что каждые 3-4 дня игра, и самое главное — это восстановление и подход к следующей игре. Что можешь сказать о «Локомотиве»? У железнодорожников сейчас новый тренер, они уже провели одну игру. Смотрел ли ты ее, и что можешь сказать об этой команде? Да, я видел только голы особо. А так посмотрим, вот когда главный тренер будет проводить теорию. Тогда посмотрим, все нам расскажут, как играть, что делать.